Проверил, да, уже? Все хорошо. Пожалуйста. Интересно. Кого это мы чего украли? Добрый вечер. Нет, мне Крым не нужен. Но мы не воровали, это наш Крым. Крым, он был российский. Конечно, мы из-за него стали похуже жить материально. Но Крым вообще российский, мы ни у кого ничего не воровали. Да, вот мы бы хотели узнать, вот что это значит. Что это значит? Конкретно этот плакат или вообще наша акция? Ну вот вообще акция. Вообще наша акция, это посвящена годовщине аннексии Крыма, которую мы считаем незаконной. И не только мы так считаем, это, в общем-то, мнение международного сообщества, это же и соответствует, в общем-то, нашей Конституции. Статья 15.4 определяет приоритет международного права при решении всех спорных вопросов. Самые значимые из них – это Будапештский меморандум. Вы, наверное, прекрасно знаете, что это такое. Это вот безъядерный статус в обмен на безъядерный статус гарантии защиты территориальной целостности, что важно, и даже гарантии предоставления защиты от внешнего противника в случае нападения. Второй – это договор с Украиной о дружбе. Он тоже был подписан, но он не был денонсирован. Это нарушение международного права. Есть еще договоры в рамках СНГ, поскольку СНГ формально продолжает существовать, и там тоже у всех стран СНГ есть взаимные гарантии безопасности. Вот этот плакат конкретно, он скорее адресован обществу, которое запуталось и связано, фактически, может быть, не замечая само того. Благополучателем не является. Оно того не сознает, но благополучателем Крыма наша является исключительно, я не буду говорить, что исключительно Путин, скажем так, путинская система, основанная, в общем-то, на власти очень узкой группы людей, действующих исключительно в своих интересах. Все остальные неблагополучатели. И вот заявить «Крым не мой» каждый из нас имеет право. У нас часть плакатов, которые, к сожалению, сейчас только что увезла полиция, они так и начинаются. Крым не мой. Мы же обманули. Первый, да, вопрос. Мы второй вопрос, да, то, что Украина ведь это наша сестра, по сути дела, говоря, да? Это не отнимаемая моя наша часть. Это воровство Крыма, они хотят без всяких братьев и сестер жить своей страной. Да. А мы все хотим быть братьями, сестрами. Да. Братья и сестры, да чё ж мы там воюем? Порошенко, идите, идите, коллега. Я хохол. Иди, иди. Я настоящий хохол. Я уже люди. Слушай, иди, иди своей дорогой, иди. Все. Это надо мужественнее, чтобы вот так вот стоять, да. Слушай, дружа. Причем есть Порошенко? Это президент Украины. А почему? А я россиянин. А почему? Я не хочу говорить о их там моральных качествах, оценки какие-то давать людям. Но совершенно очевидно, что те, кто высказываются против, ну, на мой взгляд, я, естественно, от себя говорю своими словами, они накачаны пропагандой. У них больше агрессии, у них не хватает аргументов, они не хотят спокойно выслушивать мою аргументацию, ну, и срываются там на эмоции, на мат или вот на порчу плаката. Или вот у меня был флажок Украины, сейчас мне его смяли.